ява орвич баразов, а раз шеяцку сандул винтершира, а вараш сарасхара захшдзом, курпус сахица бовшира, уйсаз пылыз, и ладзвен извуй, абстазар и нас авараши, мшенуски мшкызны сапсвой, извлатны сапсан зядз баша, эх, сара-сара баша, а кусач, чтоб иснакся сазгаша, пашащим голом, сарахан, бисепсцом, чарашиш хамзараса газов. Внести свои строки с ноткой юмора в уже известное стихотворение – одна из главных задач участников творческого мероприятия. Другая – подарить каждому своему зрителю только хорошее настроение. Как отмечают сами организаторы, вечер пародий – это уникальная возможность расслабиться и зарядиться положительными эмоциями. Мне кажется, что люди нуждаются в таких встречах с писателями нашими, с поэтами. И в Абхазском университете мы проводили такой вечер, было много студентов. Люди очень нуждаются в духовном самоочищении. Такие вечера несут определенный эмоциональный заряд, который очень помогает людям избавиться, как говорится, от депрессии. Да, мы живем очень трудное время. Побольше надо смеха, побольше юмора. Смеха в этот необычный вечер было предостаточно. Остаться равнодушным к исполнению стихотворений в жанре сатиры просто невозможно. Сама программа включала в себя не только пародии эпиграммы, но и смешные рассказы из жизни поэтов и писателей республики. В литературной жизни довоенной Абхазии такие мероприятия уже были традиционными. И сегодня восстановить эту культуру – дело крайне необходимое. Хотим дать как бы вторую жизнь нашей литературной жизни. Она кипит, наша литература живет, развивается. И нам не хватает сегодня такого здорового юмора нашему народу. И хочется показать, что наша литература имеет большие возможности. Вечер пародии смеха в Абхазском драматическом театре проходит впервые и уже планирует стать доброй традицией. Как рассказывают участники мероприятия, ценители этого направления в искусстве в ближайшее время можно будет порадовать сборником пародий и эпиграмм. Виола Барганджа, Эдуард Аракелян, Абаза ТВ.